Всем привет, друзья! Вы на канале Люси Лейс. Я надеюсь, что вы уже подписались и следите за нашими новостями. Хотелось бы познакомить вас с нами. Давайте начнем с меня. Мне 24 года, меня зовут Серафима. Мою маму зовут Людмила, ей 54 года, и у нее трое детей, и она выглядит шикарно, согласитесь. Хочу сказать, что в команде мы работаем всего лишь вдвоем, поэтому... Заказывая у нас вещи, вы должны быть готовы, что они не изготавливаются у нас слишком быстро. Мы вяжем каждую вещь с любовью, вкладываем в нее особую энергетику, энергетику красоты и сексуальности. Очень многие люди думают, что меня зовут Люси, но на самом деле нет. Объясню, откуда взялось название Люси. Это Лю, Люда, и Си, Сима. Меня зовут Серафима, сокращенно мое имя Сима. Отсюда произошло прекрасное название Люси Лейс. Я надеюсь, что вы подписаны на наш Инстаграм, на котором уже 500 000 подписчиков, на наш ТикТок. Хочу сказать, что везде у нас контент абсолютно разный. Очень многие девочки просят нас обучать. Но вы нас тоже поймите, у нас очень много работы, и предпочтение мы сейчас отдаем изготовлению заказам. Возможно, придет такой период в нашей жизни, когда мы захотим обучать. У меня даже есть на это свои планы в будущем, поэтому, если я об этом думаю, значит, по-любому это когда-то будет. Также хочу вам сказать, что Ютубом я начала заниматься относительно недавно, так просто выкладывала сюда видео на протяжении уже, наверное, 8 лет, и если вам интересно, какие были одни из самых первых наших работ, вы можете посмотреть, долистав наше видео до самого начала. Посмотрите, какое было пальто синее. Я была там еще маленькая, с черными волосами, и видео мы постоянно снимали во дворе нашего дома. Помню, когда видео набрало 167 тысяч просмотров, для меня это было как звездное время, честно. Еще я хотела бы вам рассказать про свою маму, то что она самоучка, и многие спрашивают вообще, как мама сама научилась такой сложной технике вязания, как ирландское кружево. У мамы трое детей, и двое из них девочки, и она захотела в детстве, чтобы мы очень красиво одевались, и она начала вязать нам всякие там платьица, юбки, кофточки. Однажды ее подруга заказала также для своей дочери какую-то кофточку, заплатила ей, потом заказала для себя какое-то платье, и мама уже поняла, что на это можно зарабатывать деньги. На тот момент она работала фармацевтом, она уволилась и начала работать на себя. Мы подросли, мы начали помогать ей. Я помню, даже были времена, когда мы сидели до 4 утра, вязали заказчицам своим платье, допустим, чтобы успеть к какому-то торжеству. Мы очень много работали. Потом наступил следующий этап нашей жизни, когда нас опубликовали в журнале МОД. Может быть, девочки, если кто-то помнит нас еще с тех времен, напишите в комментарии, что помните нас, потому что... Тогда у нас появилось очень много фанатов Инстаграма, еще и ТикТока не было, поэтому о нас не знали люди. И благодаря журналу о нас узнали люди. И я помню, что мы были на 4 обложках этого журнала. Мы благодарны, кстати, журналу МОД за публикации, нам очень приятно. И это нам помогло обрести популярность в нашей сфере деятельности. Я хотела бы у вас спросить, с какого источника вы о нас узнали? На данный момент мы проживаем в Польше, соответственно, отправки у нас в Польше, поскольку это самый часто задаваемый вопрос, откуда будет отправка. Мы работаем по предоплате 30%. Только после внесения предоплаты мы ставим вас в очередь. На данный момент составляет более 2 месяцев. Время изготовления зависит от изделия и от размера. Также зависит от материала. Чем тоньше материал, тем дороже изделие. Также, если вы хотите услышать ответы на свои вопросы, пожалуйста, напишите их под этим видео в комментариях, я их прочту и с удовольствием отвечу. Также очень много вопросов про здоровье, про глаза, зрение и про спину. Не болит ли спина, не болят ли глаза? Конечно же, отвечу, что болят, но примерно 6 раз в неделю посещаю спортзал. Мама каждый день плавает в бассейне, поэтому мы стараемся как-то это все компенсировать. Также хочу поблагодарить всех за просмотр наших видео, за то, что вы ставите лайки и комментируете. Большое вам спасибо. Напоминаю, что вы можете задать свой вопрос здесь в комментариях, я на него обязательно отвечу. И сейчас уже буду снимать для вас видеоурок с листочком.